Ну, скорее всего, она меня. Пока что я слишком слаб, мне кажется. Вот это вообще имбище с ее переключениями стилей, это вообще жесть. Он рашем, надо встретить ее. Ну-ка, мне вот интересно, насколько сильнее стал наш... Как же слабо. Двенадцать. Девять, семь, девять. Подожди, у него же... Ладно. Ой, ой, не очень хорошо, однако. Десятка, почти. Семерка, блин. На одну из этих атак мне пофиг, а во вторую надо бы отразить. О, ну ты даешь, падла, конечно. А, 13, ты что-то совсем, что ли? Да я знаю. 12, хорош. Хоть в чем-то мы ее побороли, блин. Зачем я ему дал? Да блин, ну ты, конечно, вообще. А, так все, она уже перешла на следующую фазу. Да, Гибора выжила, все пока что в порядке. Ну, здрасте опять. Снова здрасте. Есть кто-нибудь, на кого она не нападает? А в принципе, я думаю, это не так важно. Даже если ты нападешь, она все равно контркувами тебя загасит. Это ужасно. Она бросает тройку, и у нее 11. Это просто что такое? Как это называется?
Что это было? Так. Что, на расстрел везем ее? Или на бину? Наверное, стоит вернуться на Гибуру, а потом уже на бину. Попробуем так. Ой. Ой. Ладно, не важно. Будь что будет. Сюда. Плохо. Ты что за дерьмо-то, а? Что за дерьмо? Меня бесит твои контркубы, которых даже нет. Я не знаю, откуда ты их берешь вообще. Сюда. Массовка. Мы померли. До свидания. Десятка. 11. Ой, зато у нее нет этого. Если я сейчас возьму гору трупов, Гибура восстановит свое ОП? Ну, по идее же нет. Я просру просто его. Так что лучше его не брать, наверное. А вот багровые рубцы — это то, что нужно для ней. Хотя, может быть, лучше было взять это. Так, главное нам спасти Гибуру. Двенадцать, хорошо, неплохо. Семь силы. А вот мне кажется, семь силы ты уже особо не нравится тебе такое, да? Как тебе мои семь силы? Если мы сейчас победим, будет жесть. 16. 16. 17. Все, он умер. 16. 13. А теперь вопрос, что мне делать? Всего лишь две силы у меня осталось. Тринадцать. Четырнадцать. Восемь. А, я забыл про контркубы.
Что сейчас будет? У меня такой вопрос. Две атаки? Плохо. Плохо. Мы на грани. Мы еле-еле держимся. Нет! 74 хп, ты серьезно? Короче, Бина добивает, получается, да? Я думаю, что она добьет. Я очень... Я уверен, что ты добьешь, Бина. Ты справишься, я в тебя верю. И на всякий случай расстрелять. Сделаем сейчас расстрел небольшой. Сдадим ей в помощь чуваков, которые умеют расстреливать очень хорошо. Блин, ты понимаешь, она бы сейчас добила, если бы не кровотечение. Кровоток очень сильно... ну и вообще мне не повезло. Одного очка не хватило. На одну больше бы выбила, и она бы победила все. Она бы ее разнесла просто. Не, ну красный туман — это мощь реальная. Вот сейчас я оценил ее по достоинству. Это просто жесть, имба. Так, ладно, берем наших дальников перед битвой. Все, теперь дальники должны разнести, правильно? А что, массовуха, думаешь, она бы пробила все атаки ее? Хотя, в принципе, могла бы, наверное. Я не знаю. Ну что ж, давай, Йори. Время тебе наконец. Что-то меня не очень радует то, что происходит здесь. Плохо. Да какие контркубы? Откуда у тебя контркубы? Алло. Расстреливаем. Давайте, давайте, давайте. У нее чуть-чуть хп, вы справитесь. Давайте. Да, сюда. Все. Найс. Все, пурпурная слеза есть. Отлично. Я надеюсь, с первых четырех книг выпадет она. Потому что, ну, если... Если не выпадет, придется переигрывать. О, что это? Плохой... Офигеть. Вот это крутые вещи, я хочу надеть, это очень красиво будет выглядеть, я уверен. Пурпурная слеза, 11 цветов, ее сила была просто невероятной, как ее способность прыгать между измерениями. Кажется, она ничуть не была заинтересована в получении книг. Она пришла сюда, потому что не хотела, чтобы на нее набросилась команда синей ревербрации. Если она хотела спастись здесь от смерти, я думаю, она могла бы найти другой способ выжить. А, подожди. Если она хотела спастись... А, ну да, правильно. Так она и не факт, что выпадет сейчас. У меня всего лишь три книги есть на сожжение. Тем не менее, пурпурная слеза боролась до конца. В конечном итоге превратилась в книгу. Она странно себя вела. В частности, просила меня убить ее. Интересно, зачем? Мне кажется, желание не попасться под руку ансамблю реверберации — это более чем веский повод. А истинная причина, по которой пурпурная слеза пришла сюда, уйдет с ней в книжную полку. Да и не думаю, что она даже со своей способностью была всемогущей. Наверное, что-то помешало ей сбежать отсюда. Кто знает, может быть, библиотеку окружает какой-то барьер, что ли? Барьер? В отличие от пурпурной слезы, ни один приглашенный гость не мог сохранить сообладание до самого конца. Ее считали всеведущей. Думаю, она знала, что ее ожидает. А что, если она раскрыла секреты библиотеки? Вряд ли. Да даже если пурпурная слеза все поняла, это ей ничем не поможет, ведь она уже превратилась в книгу. Да, ты прав. В последнее время ты сильно нервничаешь. Полагаю, это часть процесса превращения в человека. Когда люди чувствуют беспокойство, они, как правило, собираются с мыслями и более тщательно готовятся к тому, что будет дальше. Понимаешь, к чему я веду?
Но я, скорее всего, смогу менять эти. Как она и могла делать, менять стойки. Ну, посмотрим, короче. Это один из таких случаев. Сейчас тебе дается возможность хорошенько все обдумать. И вырасти как личность. Не бери в голову. Я ценю твою тяжелую работу по приему цвета. Да он уже ничего не сделал. Ну ладно, ничего, ничего. Молодец, Роланд, хороший мальчик. Кстати, об этом. Я понимаю, что чем больше сильных гостей мы приглашаем, тем быстрее растет библиотека. Но... Блин. Если мы пригласим еще пару цветов или людей с сопоставимым мастерством, в скором времени мы будем не в силах даже держать оружие. А, ну ладно. А, ну ладно. По лору Роланд принимает всех гостей. Молодец. Этот, трудяга. И тем не менее, вы каждый раз безупречно выполняете свою работу. Роланд, я хочу выразить искреннюю благодарность тебе и всем остальным библиотекарям. Пожалуйста, не забудь рассортировать книги перед тем, как уйдешь. Ладно. Так, допустим, интересно, у кого-то была миссия взять книгу «Пурпурной слезы»? Нет, не было. Ну вот и все. То, что я планировал сделать, сделано. Теперь мы проходим вот эти вот этажи. А для начала... Выпало. Сейчас посмотрим. Ой, не. Так, тогда Данилочка теперь будет в Киме. Ким, где Ким у нас? Вот он, Ким. Пурпурная слеза. Ой. Ну что ж, наконец-то, ух ты, красивый Нроинг, красивый. Так, Speed 3, это понятное дело, Speed 3 это понятно. Когда кубик, ну это я знаю, кубик. Персонаж может принять одну из четырех стоек, режущую, колющую, дробящую и защитную. Для каждой стойки можно настроивать... У меня на каждую стойку по колоде отдельный будет? Чего? Серьезно? Подожди, а как это... Офигеть! Вот это круто, блин! Вот это имба! Подожди. А, пофиг. Колизин. А, блин, так он дорогой. Резня. Зачем мне резня? А как поменять?
Так, если я дуэль юзану, то в принципе будет неплохо. Падла. У него фуловый свет, я даже не понимаю, почему он восстановил. А, ладно. Понял, почему, понял. Дип драк вот сюда вот. Опа. А нафига я в него-то бью? Ладно, пофиг. Большую букву купи. Осуждаю. На всякий случай. Тебя мы добьем, наверное, наконец-то уже. И... Да. И вот сюда мы долбанем вот этим. Все, найс. Первый есть, мужичок. О, наконец-то. Кто-то сможет защищать его. Гигик. Гигик. Добор слишком мало, добора, кстати. Плохо. Плохо. Ладно, так уж и быть. На. Да блин, как бесит этот интерфейс. Так, с... Хренапик. Сюда вот это. А почему? А, ну да, правильно. Все правильно. Ладно. Ой-ой-ой, как плохо. Ой, ты падла. Привет, ананасик, еще раз. Мало хила? Да какой мало хила? Ну да, кстати, хила мало очень. Вообще. Десятка. А откуда у тебя кровоток? А, это у тебя кровоток? Я уж испугался, блин. Ай, бледные руки. О боже, опять у меня все, максимальный добора нет. Так, вот это. И, ну, блин, плохо. Все, а Альф есть. Остался один человек замурованный. Очень не хотелось бы, чтобы... Отлично. Отлично. Только одна в меня летит. Ой, кстати, я забыл, что у Гибура такие красивые карточки появились. Точнее, не карточки, как они называются. Забыл бить по-хорошему. Ладно, пофиг. А, сдамажился. Плохо. Через 5 минут пойдешь? Ой, ладно. Удачный роинг. Хорош. Он, она, он перебросил. И выпала восьмерка. Жесть. Так, а вот и кончились веселые деньки.
Хорошо хоть? А, нет, нехорошо хоть. Очень нехорошо. Айзек с Twitch модом? Ну, не знаю, можно, наверное. Фиг знает. Ужасно, ужасно. Как все плохо. Плохо. Блин, ну как так? Ой, одно хп осталось у тебя. Руки удары брать рано еще. Ты серьезно? Так, а это я спасу. Так. Пока, Нройн, давай. Тоже тебе удачи. О, да, все, наконец-то. Начинается резня. Так, можно поменять на режущую? Хотя, лучше не менять. Индивидуально. О, подожди, лерн есть. Плохо. Нормально. Плохо. Плохо. Эй, не очень хорошо, конечно, это все. Очень нехорошо, даже я бы сказал. О, боже мой, ну почему? Почему? Я не понимаю. Алиф жив. Вообще все выжили? Удивительно. Но один замерз очень сильно. Почему я не поменял-то, а? Я же хотел вот эту. А, не, не хотел, не хотел, не хотел, понял. Не хотел. Почему ты? Я не понимаю, как это. Что это было вообще сейчас? Было очень плохо. 12. 9. Оглуши ее. Оглуши эту падлу. Хорош. Все, сейчас мы ее добиваем. Разносим к чертям. Давай, погнали. Все.
Победа. Нормально. Ананас, ты здесь? Ты где? Ты кто? Когда ты будешь? Ну ладно. Ну же, дорогая, скажи что-нибудь. Ты попусту тратишь мое время. Ладно, господа, давайте уже расслабимся и поговорим. Просто. Хорошо? Хорошо. Я так давно разговаривала с вами в последний раз. Позволь спросить, ты боишься нас? Будь у тебя возможность, ты бы и дальше избегала любой встречи с нами. Признаю, мне несколько неловко разговаривать с вами лицом к лицу. И все же, Хокума, Бина, наконец-то вы пробудились. Ваше пробуждение – прямое свидетельство того, что библиотека приближается к завершению. К тому же, ты как никогда близка к достижению своей цели. Совершенно верно. Моя цель, которую я так хочу достичь, та самая книга. Она заставила меня пройти весь этот путь. Я твердо верю, что получу ее. Тебя до сих пор преследует твое прошлое. Если бы ты его отбросила, ты могла бы наслаждаться постоянством вечной жизни, бесконечным счастьем, даже если бы тебе пришлось сбросить защитную оболочку, в которую ты сама себя посадила. Но ты до сих пор прикована к прошлому. Именно оно побуждает тебя сбросить твою оболочку. Ты правда не боишься обнажить свое истинное «я» перед внешним миром? Как только ты это сделаешь, тебя будут ждать тернии, которых ты больше не сможешь прикрыться, от которых ты не сможешь прикрыться. Шрамы покроют все твое тело. Не успев дать старым ранам зажить, ты получишь новые. И когда ты вновь захочешь возвести защитную оболочку, ты обнаружишь, что твое окровавленное тело уже давно растворилось в потоке времени. Ты наверняка это понимаешь, и тем не менее, хочешь покинуть библиотеку. Да, я могу навредить себе. Да, я могу получить новые раны. Но все это будет лучше, чем тот ад, который я пережила. Это неправда. Тот ад просто начнется сначала. Тебя все равно до конца твоих дней будет преследовать страх. Будет. Или твое прошлое затуманило твой разум, или ты сама отказываешься принять действительность. Тем не менее, я сделаю все, что в моих силах, чтобы двигаться вперед, вдохнув полной грудью. Я учусь забывать свое прошлое, хотя я не думаю, что это мне поможет в достижении текущей цели. Как скажешь. Скажи, дорогая, будет ли у нас в будущем больше поводов встретиться лицом к лицу, чтобы поговорить, как сейчас? Не знаю, но я не была бы против. Я хочу, чтобы вы тоже высказали свое мнение. Тебя она интересует? Неожиданно с твоей стороны. Забудьте. Довольно разговоров. Было приятно повидаться с вами. Ушла, хлопнув дверью. Не кажется ли тебе, что твои слова были несколько грубы? Я лишь выразил свое удивление и не имел в виду ничего дурного. За все время, что я был с ней, я впервые поражен ее поведением. Похоже, она стала добрее, что ли. По крайней мере, это выражается в том, что она говорила, что она готова выслушать чужое мнение. Когда я впервые ее встретил, она всячески открещивалась от бессмысленных разговоров и говорила обо всем строго по существу. Анжела меняется. Правда, я не могу сказать, хорошо ли это или плохо. Я думаю, что это хорошо. Подтверждение этому и наша текущая встреча. С нетерпением буду ждать следующий. О, боже мой. Привет, Данилочка. В дальнейшем мнение других библиотекарей-покровителей будет иметь большее значение при принятии решений. О ребятах со средних и нижних этажей сильно не беспокойтесь. Они мыслят позитивно. Тем не менее, у меня в голове не укладывается, что же произойдет, когда вообще все будут в сборе. Да вы уже все в сборе. Так.
Морозный меч. При победе в столкновении в следующей сцене с 50% вероятностью накладывает 1-3 медлительности. Персонаж дополнительно наносит 2-5 оглушающего урона персонажам с медлительностью. Да-да. Так. При победе в двух и более столкновениях при помощи одной боевой страницы на противника накладывается осколок льда. В конце каждой сцены все противники, имеющие 3 и более осколка льда, обездвиживаются. Интересно. Так, в этой сцене все персонажи, кроме выбранного библиотекаря, обездвиживаются. В следующей сцене все противники получают 6 медлительности. Это типа всех обездвижить, один будет двигаться. Окей. Кто такие? Президент, вы видели запрос от T-Corp? Ну и ну, ситуация не из простых. На что, раскрыли? Как небрежно со стороны V-Corp. Вот так вот слить свою сингулярность. Это никуда не годится. Красивый челик. Однако стоит признать, что в конце концов все пошло именно так, как ты и говорил. А так, как и говорил синяя ревербрация. Да, безусловно. Нам выпала прекрасная возможность узнать подробности о сингулярности V-Corp. Все, что нам теперь нужно сделать, посетить библиотеку с помощью того приглашения и заработать книги команды зачистки V-Corp. Президент, библиотека теперь звезда города. На данный момент на нашем счету 11 выполненных запросов, касающихся звезд города. Именно поэтому нас напрямую спонсирует T-Corp. Позвольте полюбопытствовать, что вы собираетесь делать с конфиденциальной информацией о сингулярности V-Corp? Не думаю, что вы просто вернете их корпорации, ее. Естественно, мы продадим информацию клиентам, которые нуждаются в технологиях V-Corp. К тому же, скоро начнется новая патентная война. Значит, в T-Corp мы передавать информацию тоже не будем? Мистер Бада, чтобы подняться по служебной лестнице так высоко, как это сделал наш офис, требуется нечто большее, чем просто усердие. Мы всегда должны искать возможности. Честно говоря, поначалу я был настроен скептически, когда вам сказали доверить работу каким-то лохам вроде офиса взгляда. Я думал, что это была шутка, но посмотрите, чем это обернулось. Только вот есть одна загвоздочка. Видишь ли, башка квадратная? Все прошло именно так, как я и предсказывал, не так ли? Очень приятно встретиться с вами во второй раз, президент офиса Трости Немо. Есть одна загвоздочка. Слушайте сюда, синий псих и мумия, разложившаяся. Будь ты проклята, крыльями. Подожди. Ну да. Будь ты проклята крыльями. С какого перепугу лично мы должны идти в библиотеку? Вот так вы нас подставляете? Нам самим надо идти в библиотеку? И мне в том числе? Не ты ли, клуб? Жидкокристаллический. Куб, да. Несколько минут назад хвалился, что твой офис позаботился об 11 звездах города. А теперь что? Только не говори мне, что ты струсил. Вы что, послушали наш разговор? Да уж, нехорошо вышло. Ах, вы подлецы любознательные. Говорят, что у стен есть уши, но вы только посмотрите. У говнюков они, оказывается, тоже имеются. Струсил ли я? Естественно, блин, я боюсь до усрачки. Спасибо, что спросил. Президент поехал. Студить его хоть на минутку будет настоящей морокой. Весьма неожиданно, что видный и престижный офис Трости не отвечает за свои слова. Череп, ты безмозглый. Я что, по-твоему, не могу сложить и 2 и 2? Ваши мотивы настолько очевидны, что я не могу не ужаснуться. Что?
что будет, если я пойду в библиотеку и превращусь там в книгу? И библиотека получит книгу с подробным изложением сингулярности V-Corp и T-Corp? Та самая библиотека, где уже находится книга об Лоботоме Corporation. Угадайте, кому достанутся сразу три сингулярности? В такие времена, как сейчас, когда мы стоим на пороге патентной войны. Все настолько очевидно, что я даже не вижу смысла повторять это дважды. Скажите мне вот что. Кто за этим всем стоит? Чьи карманы вы пытаетесь набить своими маленькими аферами? Аферами. Такс. Ах, мне было интересно, какие звуки издаст твое возбужденное механическое орало. И это все, о чем ты мог подумать своим прямоугольным подобием мозга? Сингулярности? Патентная война? Я даже выдавить смешок не могу. Это ни капли не весело. Тебе что, нравится повышать голос из-за самых мелких вещей? Как будто от них зависит твоя жизнь, дурень кубоидный? Я поражен тем, насколько все это ничтожно. Ромбовидный тупица всерьез держит нас за дураков. Какой идиотизм. Заткнись. Слушай сюда. На монитор. Меня не интересует то, чем забита твоя голова. Патентная война? Тот, кто за всем стоит? Деньги? Думай, о чем хочешь, но обещание есть обещание. Лута. Слушаюсь, господин. Леди, пожалуйста, еще раз взгляните на контракт. Кого? А, да, леди, правильно. Если вкратце, мы договорились о том, что предоставим вашему офису информацию о сингулярности V-Corp. А взамен офис Трости обеспечит нас книгами из библиотеки, тогда, когда мы этого захотим. Здесь черным по белому видны подписи господина Немо, госпожи Мартины, господина Бады и руководителя нашего ансамбля Аргалия. Вы не говорили, что информация о сингулярности V-Corp будет предоставлена в виде книг из библиотеки? А, ну да. Не говоря уже о том, что нам самим придется их доставать. Это он сказал. Вынужден признать, использованная терминология могла ввести вас в заблуждение. Однако, это не делает содержание настоящего договора менее уместным в нынешних обстоятельствах. Не вам это решать. Тем не менее, наш дорогой кубик молниеносно схватил ручку и подписал контракт, подняв огромный шум из-за патентной войны или чего-то там еще. Насколько я помню, он еще говорил, что ему срочно нужна информация о сингулярностях. В контракте никогда не оговаривалось, что мы сами отправимся в библиотеку. Было написано только офис Трости. Вы должны были тщательнее проверить условия соглашения. Вот, взгляните. Я ничего не вижу. Позвольте мне одолжить вам мой монокль. Прочтите мелкий шрифт. Все, кто подпишет этот контракт, должны забрать книги из библиотеки. Какой наглый обман. Неужели вы думаете, что уйдете безнаказанными после вмешательства в наши дела? С чего вы взяли, что мы будем соблюдать ваш мошеннический контракт? Такс. Видите ли, это необычный контракт. А как же он называется, Плута? Подожди. Ладно. Вчерашнее обещание. А, точно, вчерашнее обещание. Честно говоря, название не в моем вкусе. В любом случае, если вы не выполните условия этого контракта, мы можем взять что угодно у того, кто его подпишет, понимаете? И мы можем брать сколько захотим и когда захотим. Чепуха. Плута. Как прикажете. Узрите же. Это сердце господина Бады. Бада. Вы потратили целое состояние на свое тело. Как я погляжу, на вашем сердце была проведена дорогостоящая операция аугментации.
Вот, я вам его вернул. Видишь, друг мой, продолговатый, меня не волнует, что ты думаешь. Я просто хочу, чтобы ты сдержал обещание, которое ты дал мне. Дай ружье. Какое ружье? Ты хочешь дальние карточки? У меня дальние карточки слишком слабые, я их не буду юзать. Эх. Кроме того, сама Тикорп отдала вам приказ выдвигаться. Так что вы все равно должны быть в библиотеке, не так ли? Злись на нас сколько влезет. От похода в библиотеку тебя это не спасет. Позволь мне кое-что спросить. М? Что ты собираешься делать с такими демонами? Я воссоздам красоту человечества и этого мира. Она разрушит такого одиночества, которое исковали каждого из нас. Мы будем очень признательны, если вы сможете закончить работу к сегодняшнему дню. Красота? Одиночество? Ты просто псих, которого свет не видывал. Бада, твоим сердцем все в порядке? Может, нам стоит сходить к врачу? Они ушли. Что же нам теперь делать, президент? Ну и ну, товарищи, нас, похоже, поимели. Вы правда считаете, что мы будем в порядке, если пойдем сами, даже не подготовившись? Давай будем мыслить проще, не будь слишком серьезным. Мы пойдем в библиотеку, возьмем книги и вернемся. Вот и все, что нам нужно сделать. Давайте готовиться к отправлению. Этот скелет? Когда мы в последний раз видели синюю реверберацию, он был с ним. Ага. Он что-то говорил о вчерашнем обещании. Кажется, я считала об этом в одной из книг. На первый взгляд, это обычный контракт, но невыгодные условия скрыты мелким шрифтом. Считалось, что он был причиной какого-то инцидента, хотя я не совсем уверена, что этот слух кто-то может подтвердить. Как непристойно видеть его в действии. Это такая подлая схема. Соглашусь. Тем не менее, он далеко не единственный аферист, наживающийся таким образом. Это правда. Люди постоянно используют друг друга. Думаешь, это стоит воспринимать как нечто должное? Я давно перестал над этим зацикливаться, но как по мне, это несправедливо. Если так подумать, получается, что ты используешь меня, а я тебя. Как скажешь. Не беспокойся, я не подразумевала какое-либо недоверие к тебе. Я просто не хочу торопиться с выводами, только и всего. Как говорится, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Знаешь, я никогда тебе не лгал. Но ты кое-что от меня скрываешь. Ну, наверное. Забудь. Почему бы тебе не вернуться к сортировке книг? Ты что, не будешь ничего выпытывать? Чего такая милость? Да так. Я, конечно, могла бы на тебя надавить, но я думаю, что будет не очень. Не очень-то и весело узнать о себе все именно так. Именно так. Угу. Я пришла к выводу, что наличие какого-то скрытого полезного для поддержания межличностного... полезно для поддержания межличностных отношений. Только и всего. Или, может быть, я тебе настолько сильно верю? Чудовище вывели нас из огня да в полымя. Мы попали в настоящий ад, носящий название библиотека. Наверняка это золото современной комедии. Тупо шутка века. Я слышал, что библиотека относительно спокойное место. Надеюсь, это хоть чем-то нам поможет. Минуточку. Что случилось? Мартина, да? Что-нибудь чувствуешь? Запах слабый, но я что-то чую. Вот именно, пахнет деньгами, прибылью. Как вы чувствуете запахи, не имея носа? Нет худа без добра. И похоже, добра тут немало. Вы что, планируете продавать книги? Вот именно. Даже если репутация нашей контрактной конторы пошатнется, по крайней мере, мы не умрем с голоду, если будем получать отсюда книги и продавать их. Президент, вы же не купаетесь в вымышленных деньгах.
Мартина, он ежедневно тратит столько денег, сколько обычному жителю закоулка хватило бы на сытую жизнь в течение года. Ему всегда мало. И все же, я никогда не обманывал своих служащих, клянусь монитором. Приветствую вас, дорогие гости. Вы, должно быть, Анжела, директор этого заведения, так называемая бледная библиотекарша. Иронично, что она не бледна. Бада, следи за словами. Госпожа Анжела может стать нашим драгоценным поставщиком книг. Президент. Президент так быстро меняет свои отношения? Я уже привык к этому. Желаю вам найти здесь вашу книгу. Да. Что это? Ух ты, это что, дальники? Подожди. Нет, это только один дальний. Интересно. У него есть защитный кубик. Контркубик. Прикольно. Сюда. Сюда. Нормально. А почему музыка поменялась, интересно? А, ну да, нормально все. Да, блин, как так? Не очень радует меня это. Ай, контркубик слабо атаковал. Ах ты, что? Вау, красивая атака. Красивая атака, реально. Так, контркубы у нее только есть. А, хотя... Так.
Хорош. Нормально. Эх. Судя по словам Немо, патентные войны ведутся очень ожесточенно. Ага, так уж получается, что лучший способ заработать в городе – деньги, продавать свои технологии. Во время патентных войн за технологии, собственно, и воюют. Но, по правде говоря, по окончании войны ни одна из сторон не получает реальной выгоды. В лучшем случае битва заканчивается пировой победой. Если компания реагирует не своевременно, то она или теряет права на свою технологию из-за избытка клонов, или тратит слишком много ресурсов, чтобы победа окупилась. В итоге, из этих конфликтов наибольшую выгоду извлекают конторки вроде офиса Трости. За военными весело наблюдать, пока ты сам не оказываешься вовлечен в них. Кстати, может рассказать тебе о том, как я в них участвовал? В другой раз. Сейчас у меня нет времени. Участвовала ли Air Corp в патентных войнах? Не знаю. Ну или, по крайней мере, я не слышал об этом. Air Corp является исключительной компанией среди частных военных подрядчиков. А как насчет сингулярности других крыльев? Пробовала ли Air Corp заполучить хотя бы одну? Думаю, в этом плане все крылья одинаковые. Немногие сами используют свои технологии. Наверняка Air Corp приобрела парочку сингулярностей, и каждый раз, когда их приходится использовать, она платит соответствующей корпорации гонорар. Угу. И если Air Corp раскроет секреты сингулярностей, принадлежащих другим крыльям, она сможет сэкономить, верно? Точку? Оу. Кого? Какой дорога домой и трусливый кот? Ну, кот насчет кота, это может быть лев. Ладно, все, на сегодня хватит. Спасибо всем, кто был на стриме, спасибо всем, кто смотрел. До свидания.